1 июля в нашем городе на улице Муравьева-Амурского развернулся арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Сейчас идет небольшой дождь, но люди не обращают на это внимания, потому что сегодня мы отмечаем 161-й день рождения нашего города. Фестиваль «Счастливый Хабаровск» — это несколько десятков тематических площадок. Здесь пели, танцевали, рисовали и занимались спортом. 8, 9, 10. Давно вы тягаете? Тоска жалела? 3-4 месяца. Всего лишь? Да. А почему решили заняться таким вот тяжелым спортом? Супруга привела. А супруга тягает штангу? Вон она. Это маленькая девочка? Да. Пойдемте к ней. Здравствуйте. А вас сдали сейчас? Сказали, что вы занимаетесь штангой, это правда? Ну, занималась. Могу подтянуть, но не такой вес, конечно. Тоже хочется иногда быть спортивной. Утереть нос мужикам. Слушайте, а это сложно? И вот человек неподготовленный сможет? Вот я, например, если попробую. Все получится? Получится, да? Конечно. И прошло 5 секунд. Все, вспотела вся. «Игру престолов» смотрите? Да, 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 конечно, смотрел. И как вам последний сезон, понравился? Грустно, скучно. Не очень, да? Не очень, да. Хорошо, а вот что касается фестиваля «Счастливый Хабаровск», на ваш взгляд, как, получился? Чудесно, просто чудесно. Обалденно, ребята, молодцы. Я вот иду и удивляюсь, вот так постоянно. Праздник праздником, а здоровый образ жизни никто не отменял. Здравствуйте, у вас тренировка сегодня? Да. Послеродовая. Это не только физическая поддержка, но и моральная. В обществе мамочек, таких же беременных, будущих мамочек и уже состоявшихся. Нравится вашему малышу? Да, он доволен. Молодой человек, а вы сейчас что танцуете? Вы танцуете, вы не останавливаетесь. Это что такое? А не знаю. Знаете, да? Нет. Музыку слышите и танцуете автоматически? Да. Всегда так? Всегда. Везде? Везде. На работе даже? Да вы танцуете, не останавливаетесь. И на работе даже. На каждый счет будет мешки «Волотерал» и «Мелоди Фрей». Ты чем сейчас занимаешься тут? Капуэйра. Капуэйра, это что такое? Это такое занятие, которое нужно делать разные удары. Для чего тебе капуэйра в жизни пригодится? Для разных ударов. А кого ты будешь бить? Просто сверху бить, вот так. Просто так, ни за что. Будьте осторожны с этой девушкой. Больше подробностей о фестивале расскажем на этой неделе в большом репортаже. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.